Клиник Нива. Люди навстречу людям. В субботу в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, днем 8-10, тепла, ночью плюс 3, плюс 5, ветер северный 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 10, в темное время суток плюс 4, северный 5 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, дождь, днем плюс 9, ночью 5 с плюсом, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 9, ночью плюс 4 градуса, северный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, внимание, умеренная геомагнитная буря. Здравствуйте, вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами, что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк Нейва. Люди навстречу людям.